Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Астрахани. Стадион Центральный приветствует вас. Встречаются команды «Болгар» и «КамАЗ». И выходят на поле вместе с арбитрами под традиционный футбольный марш Матвея Блантера. Давайте послушаем эту мелодию и настроимся на игру. Ну и по традиции сначала обмен вымпелами. Командует Иван Абросимов. Далее полевые Руслан Аюкин, седьмой. Артем Гюрджин, третий. Савелий Ратников, 15-й. Адоевский длинную передачу рисует вперед. И возможность зацепиться есть. И хорошая возможность. И пробить поворотом. Гол! 1-0. Забивает Дмитрий Лесников. Но вот так вот «Болгар» уже на второй минуте выходит вперед. И сразу же КамАЗ пытается в атаку пойти. Фортуна. Брох, как пробил-то Фортуна! И 1-1! Фантастика! Вот это начало, вот это старт уже на третьей минуте. У нас ничья на третьей минуте. 33-й номер. 333 получается. Фортуна. Команд преследователей. Да, есть «Нефтехимик», у которых... Ох, какой удар! И уже в струнку Адоевский здорово справляется. Тем не менее, Фортуна. Фортуна уходит в сторону. А может быть, левее сместился. Пробил поворотом. Адоевский вытаскивает. Смотрите, аж три замены будет у «Болгаря». Три замены. Ну, а пока есть шанс исправить ситуацию. Самим на поле. Удар! Гол! Забивает Галязетдинов. Артур Галязетдинов, вышедший как раз во втором тайме. В результате быстрой, стремительной контратаки выводит «Болгар» вперед. Закрутка штрафную должна быть. И все-таки справа это делает Кленкин. Опасно! И Анисимов оставляет КамАЗ в игре. Великолепно действует голкипер. Перед началом матча такой матч-дэй устраивает для болельщиков. Атакует КамАЗ! И момент-то классный был. Но защита справляется. И все, финальный свисток Ивана Абросимова. Первая победа «Болгаря». Ох, пошли ребята толкаться, выяснять. Тут разгорается у нас. Ну, самое главное для «Болгаря» это то, что победа пришла в их дом.